Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Как он называется в правильный день? Канал-то как называется? Семейный. Baby Go. Нет, семейный. Ну, пускай семейный. И сегодня у нас очередная развивающая игра. Игра называется «Что внутри?». У нас уже были как-то игры с пакетами и с мешками. Мы угадывали, предполагали, что внутри, а потом проверяли нашу теорию. Сегодня у нас в каждом мешке по одному предмету, и эта игра в первую очередь на тактильное ощущение. У нас будет работать мелкая моторика и пальчики. Денюш, будем снаружи трогать мешочек и предполагать, что внутри. Давай начнем с первого, с маленького. Потрогай. Что там? Ну, хорошенечко потрогай, двумя ручками прям. Вот здесь вот, какой предметик лежит. Ну, потрогай. Что там лежит по ощущениям? Овальное. Овальное. А что у нас с тобой бывает овальным? Лицо. Лицо овальное? Ну, бывает. Яйцо овальное, да? Еще. А еще что еще? Ну, что это такое, Дин? Как это называется? Не вытаскивай. Не вытаскивай. Как это называется? Что это такое? Мыло. Мыло, правильно. Но, правда, ты в ручке залез. А надо было попробовать все-таки снаружи догадаться. Так, у нас второй мешочек. Тут попроще. Тут большой предмет. Какую форму имеет? Овал. Не, ну почти. Это форма шара, наверное, да? Открой. А, нет, так нельзя. Что у нас бывает резиновый и прыгает? Как ты думаешь? Круглый. Так, у тебя там круглый предмет, который резиновый и прыгает. Что это может быть, Динь? Что ты берешь с собой на улицу с цифрами, да? Круглой формы, и ты его ножкой пинаешь иногда. Мяч. Мяч. Давай проверим, правильно ли у тебя предположение. Мяч. 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 Так, и у нас остался третий мешок. И все. И все. Там неровная форма такая, ребристая, потрогай ручкой. Что там может быть, как ты думаешь? Второй ручкой попробуй еще потрогай. Так, ну, там есть черепица, там есть шероховатые поверхности. Что-то длинное, Динь. Мы с тобой это строили недавно. Я подскажу. У тебя еще есть паровоз с цифрами. А где? Ну, он такой же, из такого же материала. Как думаешь, что там? Дом. Дом? Из конструктора? Да. Из какого конструктора? Ну, лего, в общем, дупло. Давай проверим. Лего. А где еще один домик? Ну что, друзья, с подсказкой папы. А где еще один домик? Мама и Кеша, Дениска... Более-менее догадался про все три предмета. Дин, тебе понравилась игра? Да. Мы все угадали с тобой в мешочке? Да. Молодцы, будем еще пробовать такие игры. Ну а с вами был канал Baby Go, друзья. Мы придумали очередной развивающий ролик для вас. Ставьте пальчик вверх. Как пальчик вверх? Пальчик вверх как ставить? Да. Подписывайтесь на канал и оставляйте полезные комментарии. До новых встреч!